Привет-привет! С вами «Интересное инфо». Сегодня мы предлагаем вам поговорить о продолжении популярного фантастического фильма под названием «Бегущий в лабиринте». Смотрите до конца, будет интересно! Итак, Джеймс Дэшнер, издавший свой роман в 2009 году, не мог даже представить, что несколько лет миллионы людей по всей планете будут ждать дату выхода четвертой части фильма «Бегущий в лабиринте». Такую популярность лента завоевала почти сразу после презентации первой серии, занявшей лидирующие позиции в мире. Точно такой же успех ждал и последующие трансляции, сопровождаемые многочисленными мнениями аудитории. Сложно сказать, что из положительных сторон заинтересовало зрителей – состав актеров или сюжет, но все из этого заслуживает отдельного внимания. Впервые увидеть Томаса мы могли в лифте, куда он попал совершенно мистическим образом. Все дело в том, что он не помнит ничего из своего прошлого, кроме имени, что, согласитесь, вызывает растерянность. Попадает главный герой в компанию таких же ребят, отключившихся от реальности и живущих в совершенно непонятных условиях. Дети привыкли к такому обособленному существованию, но не забывают ежедневно исследовать лабиринт, желая найти выход. Но попытки частенько заканчиваются трагедиями. Спустя несколько лет нашего земного времени Томас уже в другой обстановке, но все так же напряжен. На парня и его друзей открыта настоящая охота. Глупо предполагать, что намерения врага чисты, обстрелы и засады намекают на обратное. Поэтому персонажи вынуждены искать новых знакомых, временные пристанища и актуальные выходы из ситуации. И вот, когда в прошлое канули события первой и второй части, Томас решает выяснить, кто стоит за пороком и какие цели преследует. Для этого нужно всего лишь рискнуть своей жизнью и пойти на самые рискованные шаги. Представить, что нас ждет на этот раз, практически невозможно, но фанаты все же продолжают строить сумасшедшие теории. Согласно одной из них, именно любимый всеми главный герой в итоге окажется настоящим злодеем и зачинщиком всей кутерьмы. Имеет ли место такое предположение, узнаем ближе к дате выхода постапокалиптического кинофильма под названием «Бегущий в лабиринте 4» или же после представления официального трейлера. Премьера фильма состоится 16 сентября 2020 года. Что ж, будем ждать с нетерпением. Это все, о чем мы хотели поделиться с вами сегодня. Оставляйте комментарии и лайки и подписывайтесь, рассказывайте о нашем канале друзьям. И, конечно, будьте с нами всегда интересно. Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи!